Всем привет, друзья мои, с вами я, Светлана Ота. Идем в гости, а к кому гости? Для нас был большой сюрприз, родители приехали вчера. И сегодня пришли к заловке, и они у нее сначала останутся несколько дней, а потом уже придут и к нам в гости. Так что мы идем сейчас к ним. Машка меня ждет уже 40 минут, а я никак не соберусь. Мои хорошие, сейчас Ашким рассказала о новости. В Измире было землетрясение, 6,5 баллов. Он ему позвонил родственникам. Родственников у нас очень много в Измире, и они сказали, что очень почувствовали, даже не очень много пострадали. Ашким, насыл Яралды на Инсалары? Яралды давар, или давар? Пострадавших много, говорит. И дома там поломались, многие разрушились. Слава Богу, Бог сберег. Мерсине нет землетрясений. Боженька, помоги нам и всем людям помоги. А вот и приехали баба Джим и Анемчик. Хош гилдынис баба Джим. Хош гилдынис Анемчик. Все ничего козле дыбиним агадашлары. А, соли, соли. Насыл нигде, нигде. Совук мышинды. Холодно, говорю, нигде. Да, говорит. Очень похолодало. Вот моя красавица Узлем. Узлем саначок селям вар, чок. Уч бинки шелик сана селям дыди. Посмотрите, что приготовим. Лохматин. Я же говорю, тут готовить не надо много. Отдайте все. Только вот нарезать фрукты, овощи и все. Я поим. Ну все, будем садиться за стол. Приятного нам аппетита. Умерджимек. Эрджибек чорба. Айран, айран шинды. Сейчас все, мы будем садиться. Так классно. Соскучились, потом будем говорить. Землетрясение в Измире. Ужасная ситуация. Посмотрите, мои хорошие. Один дом упал, второй вот-вот рухнет скоро. Видите, с другой стороны. Сидим, не можем оторвать взглядов. Какой ужас, аж бедные люди. Сейчас вытаскивают их, спасают. Вот так вот сидим. Вот бы не Анемчик. Чаю готовится. Мы сидим, Анемчик лежит, Анемчик меня. На воде сидим. И смотрим на новости. Аварийная ситуация. Сегодня посмотрите, какой красивые стаканчики. Не, Анемчик, не варсенин чанта, да? Лимон вар. Сонра не вар чанта, да, не, хэп вар. Илачлар вар. Чок илач и чёрсун сен? Чок. Леба тарам сен. Левант. Сонра бабачим сойле? Сафарам, или фарам. Бирас сез душу наш кем тебе. Забыли машину и заново, говорит, ой, сумку. Телефон был в сумке, поэтому, говорит, это... Вы поняли, что водитель говорит, у меня сумка. Çiçekleri yok şimdi annem.
Чечеклери, не я птина немчик соли. Кетердин, нерде. Башка да комшула вердин ма? Şimdi bahçede bir şey yok babacığım. O şeyleri gömdüm içeriye. Karanfilleri şey gömdüm yere. Anladım. Bir tane aldım dedim sana verdim var ya yazın onu getirdim. Sen bana verdin güzel o. Oldu. Bir öldü ikinci güzel. Güzel oldu. Nasıl? Küçük vardı, size getirdik. O kaçırdım küçük verdim. Bu rengi ne güzel. He, o ne oldu? Süper, süper o. Duruyor. Şimdi. Hangi şeker? Şunu verdim. Hmm, senin o. Bir de Halim perde yapmış. Size o da güzel. Вот такие вот у нас новости у моих родителей, у наших. Потом еще поговорим с вами. Bir bayan Ukrayna'dan ne dedi? Ben dedim ki ben anneme babacığıma gidiyoruz biz yanında. O diyor sen elini op ve bu onu ve babacığıma. Babacığım seni öpeceğim değil mi? Babacığım kokuyor. Tüm hastalıklar. Teşekkür ediyor diyorlar. Sen, siz bu insanları Rusça söylesin. Babacığım için bu kadar kadar iyi özlem var, ender var, saygı, iyilik yapıyorlar sadece. Çok seviyorlar bizi aile. Marina из Черкасы, я передала им все. Bu da bize saygı gösterir, bize bize saygı gösterir. Sevgi karşılıklı. Sen bizi söylesin, öyle söylesin, biz de böyle yapalım. Tabii ki, tabii ki. Уважаемые друзья, сегодня в Турции произошло очень страшное событие. Произошло землетрясение, а также и цунами в море от землетрясения, как в Японии. Точно так же, посмотрите. Мы сидим, наблюдаем и молимся за людей, которые остались под развалинами. Ни о чем больше другом не думаем. Только все погрузились в экраны телевизоров и болеем за людей. Сейчас уже, посмотрите, так развалились эти дома. Как спичечная коробка. С одной стороны. Вы видите, с одной стороны, друзья мои. И там остались под развалинами люди. И сейчас уже, наконец-то, привели собак. Будем молиться за наших, людей. Дай Бог, чтобы все спасли. Сейчас 202 раненых и 6 человек погибших. Вот сидим всей семьей. Sihirme yok değil mi annesinde? Sihirme. Вот так вот. Что происходит? Смотрим, смотрим, как разные люди по-своему отреагировали на землетрясение. Посмотрите, собаки. Дети под стол залезли. Кошки не знают, куда бежать. И на море тоже, видите? Саша Газлимчик нам дает статую. Смотрите, вот цунами. Цунами настоящий. Хочу выразить всем большое спасибо за то, что вы звоните, пишете, спрашиваете, как мы. У нас все нормально, в Мерсине ничего не произошло, только в Измире было землетрясение 6,5 баллов. Мы почувствовали землетрясение в Стамбуле. Пострадала, я звонила тоже своим друзьям и подписчикам, даже
она, наши родственники там, у них все нормально, и мои соотечественницы тоже, которые проживают в Измире замужем, у них тоже все нормально. Она сказала, что будет землетрясение, это где-то хорошо их тряхануло, но у них в районе не произошло разрушений. А цунами 2 часа от них, сказали. Так что, друзья мои, спасибо вам большое, за что вы переживаете, что вы заботитесь о нас. И уже полностью все будет хорошо. Нет землетрясений. Они, короче, смотрят сериалы. Вот одна турчаночка, и вот вторая турчаночка. И говорят, что сейчас скоро мой начнется сериал, сейчас скоро мой. А я ничего не соображаю в этих сериалах. Ты как сидит спортсменка? Спортсмен Беним Гюзель, а? Спорджу, Насы, посмотрите, как она ноги делает. Я так не могу. А нем давай на я пью. Отурьорсун сен были. А нас узли могили. Отурьорсун артек. Ама сен бир я пью бир отурьор. Не заману турьору более. Сонра хисет миорум хич. Говорит она, я тоже не могу сейчас болеть. Кемик я пустил не мам. Ножки у нее болят, ножки болят. Света им все ли? Доктора. Он говорит, болит у меня. Он говорит, Свету спроси. Я косова, где я доктора? Шурада, шурашишка, ведь пак дур вен пак иору, а ма пак мак и сюр нас, пак шурашишка, па селя пак оре, а? И сучо кыки бы, пак шурашишка. Эвет. И па селя шурашишка. Да, да, я чувствую, нажимаю. И дэчик тэ шиден дэ хоплю. Так вот сидим. Вот такой виноградик наши родители выращивают. Ашкин хочет. Ашкин. Буюр. Ах, это сон. А вот тады, тады на бак. Сыны чурсун, а немчик. Ах, и намаза возвращается. А нем, сын ячек сон узюн, а нем? Узюм ячек мы сын? Сын, дойдун мой узюм? Дойдун мой узюм? Он так позикает, он же не ее Новости смотрим и смех и грех. Да, Бадим тоже пришел. Какая интересная ситуация. Все сидят в телефонах. Смотрите. Я сижу в телефоне, а Адемчик без телефона, говорю, Адем, быстрее возьми телефон, ты тоже смотри. Как из телефона. Все в телефоне. Ой, скоро, наверное, пойдем домой. Что-то я заснула, отключилась. Спать хочется, устала, друзья мои. Смотрите, смотрите. Мои хорошие, скажи. Скажи, мои хорошие. Мои хорошие. 438 долларда 8300 olmuş. Раненых, пострадавших. О, кирешler zamanlama dedi. Sizin su biraz kireçsiz dedi. Заканчивается наш вечер, пошли мы по домам. Родители потом к нам придут. Бабаджим, Сэль, пока-пока. Hadi güle güle. Пока-пока. İyi akşamlar olsun. Görüşmek üzere. Annemcik. Annemcik görüşürüz. Görüşme üzere. Paka paka. Su. Sana da çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Seni bekleriz. Teşekkür ederim. Пришли мы домой, и я вспомнила, что мы не выпили кофе. Чего-то не хватает. Вот сейчас сварила Ашкыму мне. И будем пить с Ашкымом кофе.
с остатком российских конфет. Ну, тут уже и турецкие. Приятного нам аппетита!